Фазилет винит себя в том, что это она сделала такое со своей дочерью Эдже и привела ее в такое состояние. Она обвиняет Иесемин, что все проблемы из-за нее. Фазилет просит Хазыма встретиться с Эдже, но он говорит, что она не хочет ее видеть. Фазилет уверена, что без матери Эдже не сможет родить сама. Эдже и ее ребенок в опасности. Что будет дальше, мы сможем увидеть в 48-й серии, которая выйдет на русском языке 27 мая.